И задумали два добрых молодца, родом из города культурного, Петербургом нареченного, посетить места невиданные, да неслыханные, сотни верст дорогой сложены, Алтайским краем названы. А места те красоты необыкновенной, широты необъятной. Алтай – край природы нетронутый, горных вершин, белыми шапками снега покрытыми, озер чистейших высокогорных, водопадов бурлящих, лесов непроходимых, альпийских лугов завораживающих, глубоких пещер, диковинных сталактитов, цветов кальцитовых. Край озер бесчисленных дивной красоты, Телецкое именуется, одно из глубочайших в мире, многовековыми кедрами обрамленное, заросли карликовых берез, берега его одетые. А в озерах тех рыбы видимо-невидимо, окунь, чебак, карась, нельма, таймень, ленок, судак и налим. Растет по берегам озер глубинных множество ягодников, калина, черемуха, костяника, черника, рябина, шиповник, заросли клюквы ароматной. На лугах бескрайних разнотравье раскинуто, хвощ зимующий да молочайки парисовые. И жизнь азиатских народов в живописных скифских курганах, зародившаяся на скальных рисунках, запечатленная. По реке той обь порожистой два молодца сплавлялися и дивилися видами чудными, Алтайским краем названным.